Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Очень рада вас приветствовать! Сегодня готовим нежнейший сметанный пирожок с необыкновенной начинкой, потрясающе вкусный и ароматный, с хрустящей песочной корочкой. Итак, для начала давайте приготовим самое простое и вкусное песочное тесто. Здесь у меня 260 граммов муки. Добавляю к муке щепотку соли и 80 граммов сахара, полную чайную ложку разрыхлителя теста, и все хорошенько перемешиваю. И теперь к муке добавляю сливочное масло 100 граммов. Масло я только что достала из холодильника и нарезала кубиками. В принципе, можно натереть на терке, например, на ваше усмотрение. И теперь вот так перетираю муку с маслом в крошку. Вот такая должна получиться крошка. И в последнюю очередь добавляем одно яйцо и столовую ложку сметаны. Со сметаной буквально столовой ложки достаточно, тесто будет гораздо вкуснее. И быстро замешиваем тесто. Вот такое тесто в итоге должно получиться, мягкое, очень приятное. Я его сразу же перекладываю в форму. Форма у меня 24 сантиметра, и дно застелила бумагой для выпечки. Ничем не смазывала, здесь достаточно сливочного масла, ничего не прилипнет. Сразу же распределяю по всей форме и формирую бортики. Основу пока уберу в холодильник и займусь начинкой. К 300 граммам сметаны добавляю 100 граммов сахара, примерно 1/3 чайной ложки ванилина, 2 яйца и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. У меня кукурузный крахмал Хаас. Все хорошенько перемешиваем. В чашу блендера отправляю 150 граммов чернослива. Чернослив должен быть мягким. И 100 граммов грецких орехов. И хорошенько все измельчаем. Вот такая в итоге должна получиться масса из чернослива и орехов. Она очень хорошо лепится, держит форму. Набираю немного, примерно половину столовой ложки, и делаю вот такой аккуратненький шарик. Выкладываем шарики на тесто и заполняем сметанной ванильной заливкой. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно минут на 40-45. Ребята, ароматный какой! Невообразимо! Пусть теперь немного остынет, потом будем вынимать из формы. Сейчас он поднялся, потом он немножко осядет. Снимаем форму. Аккуратненько перекладываем. И даем пирожку полностью остыть. И можно подавать к чаю. Пирог потрясающе вкусный, очень-очень нежный, с ароматом ванили. Вообще идеальное сочетание: чернослив, грецкие орехи и сметанный крем. И все это дополняет хрустящая рассыпчатая корочка теста. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока, увидимся!